С 1 июля минимальный размер взноса на капитальный ремонт повысится на 70 копеек. Ежемесячный размер оплаты за 1 квадратный метр в деревянных домах теперь составит 3 рубля 60 копеек. В каменных домах 4 рубля 20 копеек. Как отмечают специалисты, в республике сложилась положительная динамика по уровню оплаты взносов. В конце 2015 года он составил 83%. Однако увеличение стоимости строительных материалов, ремонтных работ и других затрат стало причиной повышения взноса. При этом граждане, чьи расходы на ЖКХ составляют более 15% от общего дохода семьи, могут обратиться в государственное учреждение агентства субсидий для снижения размера оплаты.